В юбилейный год празднования 70-летия Великой Победы ветеранам Великой Отечественной войны оказывают особое внимание. Глава администрации Рассказовского района приехал в село Осиновка, чтобы лично поздравить ветерана с 90-летием и вручить ценный подарок. Но, как оказалось, селяне гордятся не только солдатам, прошедшим войну. В Осиновке живет большая семья, в которой нет чужих детей. 11 лет назад семья Шаховых приехала в село Осиновка из Казахстана с одним чемоданом. Но так как муж с женой не привыкли сидеть сложа руки, сразу принялись за работу. Тогда у них была только одна дочка Юлия, но супруги решили, что семья должна быть большая. И после недолгих раздумий усыновили сразу 4 ребятишек. 8 лет назад мы взяли 4. Вот, дети сейчас подросли, стали ей помогать. Но и мы не почувствовали такого, что... Что-то такое необыкновенное мы делаем, или там что-то дети какие-то не такие. Нормально мы жили, дружно с семьей, вот, старались, учились, работали. Мы не только занимаемся детьми, у нас очень хороший огород, мы много закрываем солонины, мы не покупаем мясо, у нас свое хозяйство, вот. Мы держим коров. Когда дети подросли, родители вновь почувствовали в себе силы и решили пополнить свое семейство. Как и 8 лет назад, семейство Шаховых захотели усыновить ребенка. Но так как у ребенка оказались еще братья и сестры, Гульнара с мужем взяли всех, потому что не хотели разлучать целую семью. Трудности, конечно, бывают, говорит многодетная мама, но все обязательно преодолевается. Ну, физически тяжело, а где сейчас легко? И зачем искать легких путей? Нормальные дети, нормальная семья должна быть большая, российская наша. Вот, я сама в большой семье. 8 человек воспитали родители. Вот. Все выросли хорошими людьми. Были и трудности, мы не так хорошо жили. Вот, потому что не было в то время всего вот этого. Вот. А нашим детям всем повезло. Узнав о большой семье, в которой нет чужих детей, Анатолий Николаевич Кузнецов не смог проехать мимо. С подарками и сюрпризами глава администрации приехал в гости к дружной, трудолюбивой семье. А чтобы родители в полной мере могли воспитывать детей и одновременно вести свое хозяйство, он привез для них хорошую новость. Торт детям. И вам вот, вот такой вот мясорубка электрическая, чтобы вам... Спасибо, вот. У нас как раз старенькая. Вот, чтобы будем открывать, значит... Групп полного дня. Я хотела как раз пойти. Если у вас есть желание, подавать туда своих детей. Спасибо большое. Нам как раз вот, чтобы мы могли заниматься своими делами домашними. Да, да, да. Вот чтобы дети наши были под Я вот принял решение, что здесь вот мы такой откроем мини-детский сад. Уже все оборудование заказали, значит, на материал я сегодня денег выделил. Директор школы Бузан. Вот сейчас мы здесь определимся, я проведу встречу с жителями. И мы уже приступаем, значит, заказали, значит, оборудование, 10 кроваток. С ценным подарком и словами благодарности за мирное небо Анатолий Кузнецов навестил еще одного почетного жителя села Осиновка. Михаил Александрович Свиридов попал на войну совсем молодым, но смог достойно постоять за честь своей родины. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться в военные годы, Михаил Александрович еще полон сил, а вот о войне вспоминает с замиранием сердца. Ну, а когда вот где-то что, на задание выполнял, это минировали. И вот на мин я попал, и ногу мне отняли. В преддверии праздника Дня Победы спасибо. Мы решили приехать, вот, поздравить вас с этим замечательным праздником. Вы это заслужили, вы это заработали своим... можно сказать, значит, рискуя своей жизнью, вы вот создали то, что сейчас мы, значит, все имеем. А имеем мы, значит, мирное небо над головой. Как там кто мне говорил, а значит, благоустроенные квартиры, благоустроенное жилье. Впереди еще много встреч с ветеранами, говорит глава администрации Рассказовского района. А вот на празднование юбилейной 70-й годовщины Победы соберутся все те, кто защищал страну от фашистов и почтят память тех, кто не вернулся с полей сражений. Екатерина Студенова, Степан Дикаленко, новости ТВ Рассказово.